Саудовская Аравия снизила налоги более чем на треть для государственной нефтяной компании Сауди Арамко. Причина проста. Это скорое IPO. Рынку надо предложить хорошие денежные потоки. Судьба IPO, конечно, зависит от цен на нефть. Если бы цены на нефть не рухнули более чем в два раза, наверное, никакого IPO бы не было. В Саудовской Аравии высокие политические риски. Однако, вероятно, мудреные западные аналитики расскажут инвесторам, что риски в Саудовской Аравии намного меньше, чем в России. Сами саудиты оценили компанию в 2 триллиона долларов. Фрифлоут должен составить 5%. С нашей точки зрения, оценка, мягко сказать, очень завышена. Весь российский фондовый рынок сейчас стоит намного меньше. При этом Россия и Саудовская Аравия добывают примерно одинаковый объем нефти, но экономика России намного более диверсифицирована. У нас много других торгуемых секторов. С нашей точки зрения, было бы интересно использовать арабский опыт. Снизив налоговый гнет для государственной нефтяной компании «Роснефть». IPO компании состоялось в далеком 2006 году. Это была не только экономика. Акции были проданы более чем на 10 миллиардов долларов. Но и политика. Успешное IPO в глазах делового мира фактически легализовало дело ЮКОСа. Основные активы ЮКОСа, как известно, достались «Роснефти». Тогда одна акция компании «Роснефть» была продана по $7.55. Сейчас она стоит $5.40. Хотя, конечно, в рублевом выражении хороший профит. Инвесторы однозначно заслужили налоговых льгот. Нефтяную ренту государство может выводить через дивиденды. Кто-то скажет, что в условиях бюджетного кризиса это спорная идея. Но не стоит забывать, что теневой сектор в России – это $300 миллиардов. С этих денег вообще не берутся никакие налоги. Понятно, что с прозрачной и публичной компанией «Роснефть» снять налоги намного проще, чем с теневиков. Но правительство должно лучше работать. Сейчас теневики чувствуют себя в России достаточно комфортно, просто забыв, что в России существует государство. И этот вопрос однозначно требует немедленного решения.